Добрый вечер. Открываем новую встречу салона «Северное сияние» Северного административного округа творческой лаборатории. Сегодняшний наш концерт, как ни странно, называется «Скоро весна». Нам очень хотелось. Нам очень хотелось весны, и мы как-то забыли, что сегодня январь. Да, это детали. Да, и вот нам зима отомстила, можно сказать. Получить лето. Получите, да, полностью. Все, что бывает зимой, и вьюгу, и холода, и все, что к этому прикладывается. И поэтому всякие люди долго добираются, долго едут с приключениями, не без этого. Вчера мы были на замечательной встрече, посвященной дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого, где прозвучало несколько песен на его стихи, и к тому же прозвучали песни, посвященные Дню студента, Татьяниному дню. А вела салон тогда у нас Людмила Васильевна Попкова. Она здесь присутствует и будет читать сегодня свои стихи. Спасибо. А открывает вечер у нас? Еще не открывает. Тяни время. Ждем. Тогда можно два слова? Да, да, да. От нас, идите сюда. Так, от нас, которые к вам добрались. Несмотря на метель, да. Вот мы сегодня собирались, и вот такие у нас строки появились. Опять метель нас тянет всех в постель. Но нам всем не туда. Туда, где гитары игра. Туда, где песни поют. И счастливо, дружно живут. Мы к вам пришли, несмотря на метель. И мы вам очень рады. Приглашаем Виктора Дубровинского. Как ни странно, он сегодня поет под минусовку. Иногда бывает со мной. Бывает. Среди опухших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери впрок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Лепил он сынам на вспотевшие лбы и сосал под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. В кипящих котлах прежних войн и звук, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только грёзы нельзя
хотя на совсем убежать. Краткий век у запас, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. И испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, изведы на вкус настоящей борьбы. А когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил от искал, оскалу забрал. Это смерть и оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубые всегда за спиной, воронье и гробы. Сложа, ты не ел ни куска. Если руки сложа, наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Браво! Возвращайся. Еще? Да, да, пожалуйста. Сейчас с телефоном договорюсь. Где
найти невозможно. Украду, если краша тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.